приятель, сегодня хочу обратиться к Марьяне Ро. Марьяна, я слышал, что ты рассталась с Ивангай. Говорю, я хочу предложить тебе свою кандидатуру. У меня есть много плюсов. Первый плюс. Я недавно создал свой канал. У меня сейчас на данный момент 87 подписчиков. Да-да, 87 подписчиков. А у тебя на данный момент 4 223 407. И теперь представь, твои подписчики, мои подписчики. Бум! 4 223 497. Чувствуешь, какая сила у нас будет в руках? Мы будем как СМИ. Второй плюс. У меня большой прирост подписчиков. Ежемесячно ко мне подписывается 4 человека. В год ко мне подписывается 48 подписчиков. В 10 лет 480. В 100 лет 4800 подписчиков. А в миллион лет ко мне подписывается 48 миллионов подписчиков. Это даже Ивангая не снится. Через пару сотен тысяч лет у меня будет рубиновый логотип. Третий плюс. Я учусь в школе. Следовательно, я еще молод. А Ивангай уже старик. Через пару лет ему уже будут выписывать таблетки для маразматиков. У меня есть один минус. Я люблю гиперболизировать. Да-да, теперь решать тебе.